15. Я вас. Сегодня мы поговорим, как нарисовать, ну, там, фоны. Там. Я, у меня уже пару заготовок есть. Вот он. И вот он. Парочку уже есть. Мечей, извините. Ну, вот, будем много. Также вот у меня вот тетради, парочка, тоже чего-то есть тут, такого интересного. Мини-рейтерский шлем. Также я рисовал вот Ивангая. Ивангай, извини, что ты такой. Вот даже подпись сделал я. Ивангай. Это твоего подписчика канала МД-519. Как бы это я показал. Сейчас приду. Разных цветов листов мы будем делать именно мы. Конечно, на желтом. Итак, я как Ивангай. Всем хай-хай. Берем обычный лист. Тут у нас ручка. Ну, телефон, если надо срисовывать что-нибудь. Но мы срисовывать не будем. Пойдем дальше. Также вот хорошая фирма. Рекомендую. Топовая. Топовая. Также у меня есть вот кулинарный браслет. Это же фирма. Попробуй. Я в Умане покупал вот такой. Адидасовский. И можем вот этой синий сделать. Делать сам так. Можно писать. Или обычный такой. Для начала надо подумать, что мы будем рисовать. У нас заготовок много. Можно рисовать просто. Вкладываем вот так. Начинаем рассматривать. Но мы не будем это делать. На наш лист. Что-нибудь подлаживаем под листик. Уже еще один пару готовых. Альфа-бета называется. Рыцарский шлем. Наполовину. И кому надо было собачка. Собачка вот. Итак, можем приступать. Берем чистый лист, полностью чистый, берем прикопирку нашу, ну не прикопирку, а именно вторую заготовку, подлаживаем просто. Берем так, начинаем что-нибудь вырисовывать красивое. Сейчас мне надо будет, вы видели. Я буду делать без линейки, поэтому смотрим. Итак, мы приступаем.
Поэтому как бы так. Я перематывать как некоторые. Буду просто быстро с махом руки. С махом руки. Сделаю быстрый рисунок. Как бы меч у нас готов. Сейчас немного его подректируем. Подректируем. Наш меч готов. Как я говорил, меч готов. Также можно, вот как видите, на этом листе нету похожих. А вот это только, но он по-другому идет. А бы так. Ну, то кому надо. Плюс я рисую фоны для мультиков. Сейчас продемонстрирую. Ну, не буду демонстрировать, просто вот тут внизу будет маленький ссылка на мой на мой ВК. 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 И там будет зайдете на мою страницу ВК, найдете альбом Photoshop и увидите фоны. Пока. Нет, надо, блин, подправить, реально. Я как Юнгай. Всем. Иван Гайц,